Всем привет! Продолжаем проходить теорию. У нас остается последняя лока, но, возможно, не последнее видео. Да, ну, надеюсь, что мы сегодня сделаем много всего. Успеем по-быстренькому пройти, но, правда, по-быстренькому не всегда получается. Итак, сейчас что у нас? Накопились эти камушки для апгрейда местных. Ну, руда, фиолетовая, треугольная. Да. И мы можем зайти к деду и немножко помочь ему с обустройством там деревни. Упс. А я куда вообще залез? Нам надо к деду. Зёба. Где дед-то наш? А, нет, ну, в принципе, чуть-чуть не долетел. Сейчас я вспомню, как вообще управлять им. Так, мокам же ничего нам не надо. Вот, моки уже пошли. Здесь ничего у нас не лежит. Мы тут уже были. А, да, это что-то. Так, с тобой можешь попробовать поговорить. Мы кому-то должны отдать шляпу тут. Во! Ему. Видишь, да. Как удачно. Угу. Потому что они все одинаковые, а я не помню уже, кому-то да, должны. Ой, нам что-то дали, светильничек. Ага. Я вообще на самом деле догадываюсь, кому светильник, но я не помню, где он стоит. Мок в пещерке. Так этот с осколками, ты же его ненавидишь, да, он не я знаю. Ой. А, это алмаз без огранки. Во. Ну, я типа решил проверить, мало ли, да, типа. Так, а в домиках у нас, вот, они еще иногда в домиках стоят. Ну, тут да, никого. Но мы тут опыт уже собирали. Не опыт, а иногда моки всякие стоят, да, в домиках. Здравствуйте. Он познакомился с паучком, интересно, с каким? А вот с маленьким, теперь здесь же маленький бегал, паучок а, какой-то. Да, 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 да. Восемь у нас даже. Да. Вход в пещеру или вперед и вверх. Еще больше домов, божечки. Я даже не знаю, что делать. Ну и в пещеру хочется посмотреть, наверное, уже. Да, это раз, ладно, пещерку, а в следующий раз моком еще домов поделаем. Давай, давай. Так. Ну и все. Все, у нас остается еще два. Так, где эта пещерка? Вот, я полагаю, это вот это. Да? Так угу. Мы там были. А там закрыто. Ой. Или... Ну да, мы только что здесь вот долбились. А, во! А, во! Ого! Тут во. Тьма. Неожиданно. Главное, чтобы хватило маны. Ага. Что-то вообще ничего нет.
какой-то орех. Орех, желудь, который потерял этот. Желудь в форме сердечка. Вот, это этому. Сейчас. Зоку. Руду. Ману надо было взять. Ща. Я проверить, что тут за это. Наверх можно лететь. Да. Ну, в смысле, как по этим. Еще сломай. Опа, опа. А, так это выход. Сейчас посмотрим, тут ничего нигде. А, тут. Хрен понятно. Там карта будет. Все, можно уходить. А то желт нашли. Ну вот, ему желт нужен. Ну, вроде бы да. Сейчас. Только встань так, чтобы говорить с этим моком золком. Такая пародия на белку из ледникового периода. А пытинку, да. Ну, неплохо. Та-дань. Блин. Нам можно через песок там выйти, нет? А, да. Семян мы больше никаких не находили. Ой. Ой, не помню. Где у нас инвентарь, да, посмотреть? Да. Ой-ой, сколько всего. Загадочный камень. Сколько всего у нас, божечки? Ну, вроде нет. Где макака? А, то ли ниже, то ли выше. Нет, ниже. Нет, там вода. Значит, выше. Вот. Вот он. Да, к нему. Так. Это ап молотка, да? По сути. Видишь, из молотка идет. Да. Так, наверное, шип. Нужна энергия. Вы запускаете мощностное копье. Требует много энергии. Дыхание взяли уже. Пламя. Поджигайте звезда духа. Вы бросаете вперед звезду, а она возвращается к вам. Турель. Ух ты. Сфера духов, которая атакует врагов. Я вот сейчас вот думаю, это вот опять же что? Ну, допустим. Сейчас посмотрю. Здесь. Это моя эта. Да. Нет. От которого летать. Так. Нет, это не сюда. Навыки. Какие навыки? Твоя любимая кнопка, на которую ты все время жмешь. А. Вот. Все. О. Одна энергия. В расход идет. Понятно. Давай еще раз так поговорим. Да, это топор. Окей. Я бы еще турель взяла, правда. Да, турель. Ну, как раз. Топор это усилился у нас, да, тупо? Эти бабочек. Так, ладно. Ну, давай, погнали. Итак, сейчас попробуем сгонца отсюда, посмотрим, что у нас здесь, можно пройти или нет.
Чего? Не-не-не. Это я там пытаюсь вспомнить, какому моку нужен был светильничек. Ну ладно, давай сюда. Погнали. Переместись. А, переноситься можно из любого места. Ничего себе, это халява. А я думал только от колодца к я колодцу. Я тоже думал, что только с алтарей этих, ну с колодцев. Ну вот, прошли всю игру. Да, нормально, не в ту сторону. Не в ту. В обраточку. Сюда. А, ты хочешь сюда? Да, а, я хочу окей, проверить. Окей. Давай. А-а-а. Кнут. А. Ну так. Ну, небольшой. Медленная давай. Атака. Там еще ускорка, типа, ну, усиление твое. Сейчас. Ой, не та кнопка. Вау, с волной. Да иди ты отсюда, задолбала. Вот тебе. Волну тебе дали, по-моему. Да. У тебя осталось, кстати, энергия. Он энергию жрет, походу, этот скилл люто. Да, вообще никогда не жрал. А, может быть, турель жрет. Турель, наверное. Да, красиво. Почти сюда. Энергия. Вот. Я тебя сейчас вот... жахнуть-то. Лук или волной? Чё камера отдаляет? Что так это? Блужу. Ой. Ух ты. Ори вообще жесткий стал. Что-то я не допрыгнул. Пытаться со своего импульса прыгать, но туда должен быть выше, чем светильник. Да блин, второй раз тут я не схватил. Ой, еще солнце это на этом не видно. Да, вообще я ничего. Я просто себя теряю. Так неудачно это. Ну красиво, конечно, но блин, жесть. Я так привыкла к темным мрачным локациям. Ух ты, ёптыть. Я окей, еще туда давай, хотел так попробовать. Сюда, мне кажется, мне не надо. Опа, опа. Ух ты. Смотри, куда-то пришли. Камера отдаляется. Тихо. Ну там где? Какой-то крюк есть. О, ё-ё. Мне мы не долетели, конечно. Ой, ладно. Да блин, да я хотел прыгнуть, а он по ней аккуратно спускается. Так, здесь вот бревно вот это лежит, да? Mm-hmm. Вот оно. Так, нельзя там внутрь заползти. Вот. О!
Ты прошел. И как это вышло? Не знаю. Насрать, иди. Ну пойдем. Пролез через дублину. Ничего, нигде ничего спереть нельзя, да? Эти липкие эти. Поршни. Да. Этот. Вот я вот. Ага. А. Да блин. Да что я сделал? Я кнопку не ту нажал. Да, это твой любимый, я уже понимаю. В воде ничего нету, да? Не вижу, но вроде бы нет. Нет. Опаньки. Это мы удачно сейчас. Сверху. Страшно, что у тебя 4 жизни осталось. 2,5. Сейчас перенес. У нас дофига. И как залезть туда, чтобы не без урона? А, во! Я не увидел ту штуку. Чайка, иногда я тоже как-то не очень. Ёпа! Там же сверху есть что-нибудь? Конечно, есть. Там то, что нам надо. На это посмотрим. Вот это ломать. Ой, а, он что-то сам обладался. Да, молотком махнул. Шикарно. 15 жизней. Энергии 11. Мадра. Так. А пытинка в конце. Гадские эти жабы. Тут же ничего не пропущено, Вроде бы, да. Но не забывай, что руда и осколки у нас не отображаются. У нас отображаются только вот эти вот сферы жизни и энергии. Блин. Это выход. Возможно, там тоже закуточки что-то. Это ты что делаешь-то, божечки? Не просто так дома тебе это все дали, если что, тут летать от мобов каких-нибудь. Угу. Ну, с начнемся. Страдали тебе уходить. И-ха. Лук, меч, стреляшки какие-то. Значит, я так промазал. Но сплэш был отличный. Так, белка сильный. Ах ты ж. И что там в тылу? Комар. Она когда прыгает, видишь, домашняя красота. Энергию. Где? На алтаре после каждого раунда дают энергию. А доброе утро. Ты тоже так можешь. Да. Да куда, скотина? Он уходит. Почти. Это все?
Мне кажется, уже первая была самая жесткая. Мы, короче, идем в обратном порядке. От самых хардовых к самым лаучным, походу. Ты что, еще раз нажал? Я, да, еще раз нажал. Если что, можно уйти наверх, я думаю, она скипнется. Да нет, что, добьем их. Нет, просто. Да, скелетоп одна. Вообще копейки дают. Не, ну не там где-то сколько дали, ты не знаю, 200, 150, может 300. Погнали. Никуда нельзя уже. Нет, походу. Корни проверяются, можно же там что-то. О! Да ёб красота. Вот сюда под коряшечку меня прожил, да? Ну всё, всё, всё. Сюка. Кнут? А, не, не. А то можно кнут вообще. Нельзя, да, провести? Это что, это ломать? Да, с другой стороны. А вот он теперь будет прорваться. Ну так-то он же, да, не нужен? Ну теперь-то уже, да. Там, походу, гонки. Кнуты, кнуты. Да. Я думаю, там какую-нибудь руду дадут, а тут гонки. Чего? А, ну все. Показываю. Угу. Ну, что, все получается тут. Ты получил слот, можно осколок поставить. Да. Какую-то еще дырку я хотел проверить. А, вот сюда хотел сконцать. Угу. Раз ТП, что-то можно из любого места. Халява-то какая. Халява вообще, конечно. Я бежал до колодца обратно. И что сюда поставить-то прям? Ну вот это, в принципе, ничёшно. Вот это. Там рикошет был прикольный. Это когда мало жизни. А, ну вот, типа, смотри, вы наносите врагам 25% от полученного урона в ближнем бою. Что тут считается в ближнем бою? Вот, вот в чем вопрос. Рикошет на первой строке неплохой. Вот этот, да. Хотя дуга духов. Разряд дуги, это что вообще? У нас этого скилла даже нет. Секретные стены становятся полупрозрачными. Вау, кстати. Чтобы не просирать. Угу. Ну да, поставим вон. Со всем остальным мы и так справляемся. Ну да. Типа. Погнали. Yes! Вау. Даже пробивать не надо. Да, оно само пуга... А, это тоже. Да. Так, всего у меня всего много, да? Все, мы готовы.
Погнали. Вот видишь, это первая лодка валочная. Угу. Поэтому тут не может быть ничего сложного. Тогда да, нам было, наверное, было сложно. Сейчас для нас это уже да. Да ё-моё. Хватит жать. Да, да. Да, да. Да, меч тоже хорошо. Да, господи. Бешеный какой-то. Вернись. Животное. О, ладно. Это призрой опять штук. Ну, это везули я летаю. Ой-ой-ой, что тут как много. А? Это не комар. Да и фонарик. Как отличишься? Вообще изи-бризи, просто. Какие скиллы встали? У нас осколков столько нет. Давай, ладно, посмотрим, что это такое. Разряд дуги. А, слушай, случайно не вот этот вот твой скилл огненный, который ты пуляешь, нет? Может быть. Можно вот этот поставить, он типа будет отражать дамаг. Давай. Оставь, что хочешь. Так, окей. Чё мы еще где провалили? Вот тут проход напрямки. Давай сгоняем. Только запомни, куда идти. Да, через низ, к сожалению. Или, а, через, ну, можно и через верх. Как хочешь. Только не через этот, да? Нет, чуть выше. Шотники. Да. А что не шотаются? О, капустка. Ой, какой-то бешеный. Видится. Мне так нравится топор. Так. Дальше. Слушай, а чё-то как тупичок. Ну а что ж так нарисовано-то? Да, чё-то... Вот нам тут один из первых скиллов дали. Да все. Какой-нибудь двойной прыжок, ну понятно. Да, вон, смотри, вот. А, угу. Так, ладно. А и все, значит, нам... Ну, можно, конечно, тут забрать, но это идти далеко, там ближайшего колодца нет. Вот. Да. А так нам вообще вот, чувствую, куда-то... Ну, здесь огромное, конечно, количество неизведанного, и от этого колодца прям... Так. Че, сюда будем заходить? Не знаю, так, то есть, ну, видишь, прикол в том, что ячеек, ну, жизни и маны там нет, но, возможно, там есть руда или осколки. Хорош ты бегать от меня. Бешеный такой, козёбр. Дальше.
А, понятно, почему тут не было. Во-первых, у нас нет скилла, не было там бурения, а во-вторых... Нифига тут. А во-вторых, вода была грязная, старуха. Да хорош. А зачем ты мне берёшь, когда это, кажись, вода? Нет, это не вода. А, не вода? Нет. А, это вода. Окей. Да господи. Он сосался. Вау. А, я. Да знаю. Я даю ему поиграть. Ага. Жизнь возьму. Тут прям много что-то как-то смотрит. Мы руду просрали. Что ты делаешь? Где она? Вот тут где-нибудь. А, или там, где букашка, мы наверху не были. Справа. Блед. Да, блин, не знаю. Как-то можно. Так, понятно. Пойдем пока дальше, на обратном пути вверх. Но в любом случае, возвращаться через... А, он там скользит, щука. У тебя осталось 4 жизни. Ядрит, мадрит. Тут еще какая-то дверь с осколком. Зашибись вообще. И как ее открывать? Ниже. One shot, one kill. Тут мы были. Не, ну как я осколок-то просрал? Осколок за дверью и руда там. Да вот этот вот. Какой? Да вот этот. Ну вот, вот тот розовый. Это руда. Ну руда, руда. Для меня это все на одно лицо. Это... А как же он, ну, мог он нам домики строить? Оставь вот этих бесполезных животных. Хорошо, хорошо. Бери синичку. Бегом. Мимо. Пошла вон там отсюда. Куда пошла? Дверь еще это непонятная. Были в ту сторону, были, вниз не были. Да ваш уж налево-то. Не так надо. Очень много не тех кнопок. Да. Становится все плачевно. 7,5 жизней потеряно. Что поделать?
Тихо. Ну. Оп. Ура. Плюй, сука, плюй, тварь. Сверху опасен. Ну, да, только если зима. Плюй, сука. Все. Тихо. Ой. Я ей в лицо выстрелил. Тут же ничего нет. Там же какой-то нежный, типа вода. О, вода! Вот зараза. Тут жизнь. Да что ты издеваешься? Ну или рычаг какой-то, я не знаю. Ладно, погнали. Смотри, я сейчас в воду только залезу. Да. Давай, дам тебя уже. Вау. Не хотите больше хотеть эти камни. Да мы их уже все открыли. Нормально, да? То есть я было задумано, что мы сюда должны были дойти, мы сюда даже не дошли. Да. Артефакт. Колокольчики какие-то. Они свиньи. Угу. Не очень понял, для чего они. Скилл. А мы не можем туда пройти? А, или мы его уже брали? Нет, нет, мы его не брали. Вниз путь еще есть. Да это прям какой-то аппендикс. Да и хрен, давай. Сверху никак нельзя там пролезть. Поджечь нельзя? Кстати, как вариант. Ты молодец. Не, не горит. Понятно. Тут не ломается. Мне не дает покой еще осколок, который там лежит наверху. А вдруг какой? Он тоже какой-нибудь такой на эту байду какой-нибудь. Но там двери, мы не можем ее открыть. Да. И что-то я вообще ничего не понимаю. Хрень какая-то. Да. Хм. Ну ладно. Вообще, а это что за дырочка? Ну вот там мы не были. Мы туда и хотели идти напрямки. Делаем проще. У нас серия ТП-шек. Угу. Давай быстрее. Сюда же? Да, да. Куда-то. Выше. Выше.
давай. Опа. А дальше, мать твою. Возможно, нам сюда. Вау. Тут мы уже были. Охренеть. Окейшки. А, тут эти. Помнишь? Дыхательные. Угу. С водорослями. Там если задеваешь, там они открываются. Только раньше у нас это, мы плавать не могли. Мы дышать сюда. Да, мы захлебывались. А, там этот поток. Тут боковой поток у дерева. А, да, да, да. И тут идиотское место. Тебя выносит, короче, ты не можешь взять этот опыт. И перебивает вот сюда. Да, точно. Окей, а сверху что там у нас? Ну что там, водоем просто, ну вот я не помню. Мы, у нас тогда не было определенных навыков, чтобы в ту сторону пройти. У нас ни кнута не было, ничего. Во. Да, а теперь мы можем. Ну, думаю, такое как красиво. Ваш пи. Да.